Здравствуйте, я Мария, эксперт М-Видео. А рядом со мной пылесос с запатентованной циклонной технологией Dyson Kinetic DC52 Allergy Parquet. Этот пылесос одобрен к использованию для людей, склонных к аллергическим заболеваниям. Давайте рассмотрим его поближе. Основное отличие пылесосов Dyson – это то, что они не теряют мощности всасывания и не нуждаются в каких-либо расходных материалах. А двухуровневая система циклонов позволяет захватывать мельчайшие частицы пыли, в том числе пыльцу, плесень и даже бактерии. У технологии Kinetic есть своя особенность – вибрирующие с высокой частотой наконечники циклонов. Они не позволят пыли скапливаться и засорять циклоны, направляя ее и мусор прямо в контейнер. Таким образом, уход за пылесосом сводится к минимуму, а точнее – практически не требуется. Но собрать пыль – это только полдела. Герметичная конструкция и выходной фильтр тонкой очистки не позволяют пыли выходить обратно в помещение. Согласно исследованиям, проведенным в лаборатории Dyson, исходящий из пылесоса воздух становится гораздо чище того, которым мы обычно с вами дышим. Давайте перейдем от теории к практике. В комплект насадок входит универсальная насадка, переключением режимов пол-ковер, насадка для уборки твердых покрытий, насадка для мебели и щелевая насадка для труднодоступных мест. Собрать пылесос сможет даже ребенок. Здесь все довольно просто. Но что еще важнее, все самые тяжелые компоненты пылесоса находятся внутри шара, что обеспечивает высокую устойчивость и маневренность пылесоса. Он легко разворачивается на месте. Дополнительные насадки позволит очистить и любимый диван, и труднодоступные места в углах плинтусов или между мебелью. Объем контейнера для сбора пыли – 2 литра. Этого хватит для тщательной уборки всего дома. Опять же, благодаря уникальной технологии циклона, мощность всасывания не теряется даже при заполненном до максимума контейнере. Конечно, очищать контейнер после каждой уборки не очень удобно, но это компенсируется простотой механизма и гигиеничностью. Нажимаем на кнопку, и все. А для очистки сетчатого экрана в комплекте есть специальная щеточка. Пластик, из которого изготовлен пылесос, выглядит не очень прочным, но это только иллюзия. Из такого же материала делают полицейские щиты и шлемы для мотоциклистов. Он прочный и легкий одновременно. Пылесос Dyson DC52 Allergy Parquet позволяет вздохнуть свободно. Благодаря уникальным технологиям уборка становится по-настоящему эффективной. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, этот обзор был вам полезен. М-Видео. Нам не все равно.